vorhin? Nicht schüchtern. Was los? Ja, was denn? Chivo. Aber weg! Weg! Schon gesagt! Weg, du alte Hexe! Dumme Zeug! Weg, du alte Hexe! Weil ich ja tausendmal nicht wiederholen. Знаешь, о чем я сейчас подумала? О том самом фрице, да? Ходит как пешка и не знает, что у него над самой головой делается. Чего не думала о твоем фрице? Совсем о другом думала. О чем? А я думала, почему ты такой грубый? То есть как грубый? Вовсе я не грубый. Чего и говорить. Сейчас перелезали через забор, не догадался даже руку подать. А что я тебе буду руку подавать? Ты прыгаешь не хуже меня, а тебе еще руку подавать. Вот, вот. Ты даже не замечаешь, какой ты грубый. Стой. А вот сейчас вот пришлось тебя даже на руки брать, а ты тоже этого не замечаешь. Эх ты. Ничего не понимает. А чего ты понимать-то? Нет, ну в самом деле, ну почему ты такой грубый, а? Ты что, стесняешься быть вежливым? Очень глуп. Пойдем, что ли? Пойдем. Куда же ты? Там же канал глубоченный, так шею свернуть недолго. Надо вот здесь вдоль линии. Du, wo können wir hier zwei Eimer Wasser kriegen? Wasser, Body, Body, fürs Auto da draußen. Was sind wir denn? Oh, zwei Eimer haben wir. Oh. Noggen? Sauerkraut. Ja. Ist gut. Bin aber ganz hin. Ich könnte natürlich übrigens ganz ruhig volle Deckung nehmen, was? Nicht viel geplaudert, Walter. Hm?
Guck mal rein, da haben wir Kartoffeln, beste Sache. Aber nicht viel gegessen. Mal ausschütteln, damit wir auch unterwegs was einhauen können. Oder, mein Freund? Ja. Übrigens, netter Käfer, da. Hörst du, mein Freund? Na los, Wasser mitnehmen. Jawohl. Du, Alte, vier deutsche Soldaten, die Soldaten des Führers. Nichts stehlen, nichts tapzerab machen. Einfach alles. Забрали, забрали, verstehst du? Понятно, понятно, забрали, Мария. Да я ничего не кажу, вы не кажете забрали, я кажу забрали. Алита? Чего ей надо? Только народ. Я видала, как они подъехали. По-моему, они дали Леродеку, а то Федора, конечно, забрали. Попробуйте, уехали. Федора, забрали его, Хорошо, хоть уехали. Это больше, ребята. Ну, значит, решили добавочный дежурство. Жребий. Три человека. Кто вытащит короткий, тот сюда, я тот пойдет. Ну, я не тебе. Сереж, тебе не надо. Кто там, Женя? Толя? Тёма, пошли, пошли. Ничего. Ничего в машине, Тёма. Тёма, ну ты сейчас у вас. Ребята, кто из нас знает азбуку Морзе? А зачем? Я сигнал СОС знаю. Тамара дремлет у окна. Тамара часто у окна. Сидит в раздумье одиноко. И смотрит вдаль прилежным оком. И целый день отдыхая ждет. Ей кто-то шепчет, он придет. Недаром сны ее ласкали, недаром он являлся к ней с глазами полными печали и чудной нежностью речей. Уж много дней она томится, сама не знаю почему. Святым захочет ли молиться, а сердце молится ему? Утомлена борьбой всегдашней, склонится ли на ложе сна, подушка жжет, ей душно, страшно, и вся вскочив дрожит она, пылает грудь ее и плечи. Нет сил дышать, туман в очах, объятья жадные ищут встречи, лобзанья тает на устах. Как мороженое. Ребята, пошли-ка лучше танцевать! Нашего гопака. Марина, давай, Марина!
он все слышит. Он сам слетал, а нам нельзя. Ну, я же тихо. Что ж, села кальмар. Левушка! Давай. Концертную бригаду и выступать, скажем, в клубе. Ну, Вадя, зачем это еще? Ну, ты представляешь, насколько легче будет встречаться? Очень хорошая мысль. Да ты же тоже ведь в пляж еще поешь. Я немножко могу. Что, мама, шумим, да? Ничего. Ну, ты, мама, не думай, у нас ведь там сменные посты. Ну, ведь все-таки праздник, мама. А чё кричал? Заминировано. Заминировано. Бабусь, вон и висит его все время. Бабусь, вон и никола не снимет. Ну, что, братья, случайно? Что она точила? Ты! А кто ж повис? Молодая гвардия. Вот она! Надо таким. Ведь это же немцы. К ним надо уметь приспособиться. Ты дура. Ведь я ждала тебе знак. Надо было дать им понять, что хочешь помогать им здесь. А нет, ценят. Потом надо было сказать, что ты нездоровый. Там на комиссии врачом Наталья Алексеевна из городской больницы. Она всем дает освобождение неполной годности. А ты дура. Немец там просто фельдшер, ни черта не понимает. А ты дура, дура и есть. А вот меня направили в контору бывший завод Скотт. Еще и паёк скоро дадут. А ты дура. Концерт при участии известной артистки. Господи, Любовь Шевцова, тоже мне артистка. Ну куда ты еще опять? Вот темнота, сердце. Не надо играть! Ну вот,
пожаловать. То играть, а то не надо. Нет, вы играете, а ты не надо. Невозможно разговаривать. Так неужели же мы, сложа руки, будем смотреть, как наших людей угоняют в Германию? Нам этого не простят. Скажут, что же это вы, молодая гвардия? Где же вы были? Что же вы смотрели? Кто скажет? Люди. Люди скажут. Вы знаете, как нас верят? Вы знаете, как о нас говорят на Первомайке? Да, это верно, конечно. Но только двух дней мало. Тут надо основательно готовиться. А людей к этому времени угонят? Мы имеем указание действовать по обстановке. Конечно. Так я понял, Леонид. Ну, это так, конечно, но ведь не об этом сейчас разговор. А обстановка такая, что надо действовать немедленно. Ну, хорошо, мы все согласны. А что ты предлагаешь? Я же сказал. Все-таки единственный правильный способ. Сжечь биржу. Конечно, сжечь. Со всеми ее списками, справками и документами. Правильно. А пока новый составит, глядишь, их власть кончится. Слыхали, какие дела на фронте? Погоди, Валя. Да, все действительно так. Спалите дело с концом. Жалко, что у меня бутылки кончились. Ничего. Обойдемся без бутылок. Легко. А я не говорю, что легко. Я говорю, что обойдемся. Ну да, это, конечно, обойдемся. А знаете, что сейчас самое главное? Самое важное, это чтобы правильно отвлечь немцев. Биржу надо зажечь именно в тот момент, когда весь немецкий гарнизон соберется здесь на концерте. Правильно. Ух, Павенька, пойди. Тихо, Сергей. Ребят, нам надо очень точный план. Да уж, тут ошибаться никак нельзя. Почему там перестали играть? Ну, почему не играете? Представим себе положение вещей, значит, с чего надо начинать. Куда идет? Девочки, примерим. Начинать, конечно, надо со струнного ансамбля. Да. Конферирует Гена Почепцов. Правильно, так и запишем. Конферирует Гена Почепцов. Конечно. Старайтесь. Стараемся, господин Гена. Ну, старайтесь, старайтесь. Как говорится, за фюрером служба не пропадет. Программа. Струнный ансамбль. Это вот это, что ли? Так точно, господин Гена. Да, так вот, что же, нужно Любу пустить третьим номером, да? Второй номер. А Ване Тургеневичу можно дать вторым. О. Вот что, молодые люди. Концерт, конечно, дело хорошее. Но учтите, нужно дать политическое направление. Направление мы дадим, господин Рэббит. Можете не сомневаться. Да? Будет направление. Как же без направления? Ну, вот так. Auf der Bühne soll sich unbedingt ein Porträt des Führers befinden. Вот компетентные лица советуют поставить на сцене портрет фюрера. Ну, что же, это тоже можно. Нарисуем. У нас тут художник есть. Вот, Сережа нарисует. Да, хороший художник, Сережа. Ну, вот, dann zeichnen Sie von diesem ab. Хороший художник. Сумеешь? Это можно. Aber ganz genau. Но чтоб точно было. Будет, какой есть. Ну, старайтесь, старайтесь. Пусть играет громче, можно на трубе. Играйте громче, можно на трубе. Значит, прежде всего, представим себе, какая может сложиться обстановка. Что, я, пожалуй, пойду встречу Туркевича. По-моему, мне пропуска нет. Только побыстрее, Валечка. Ну, начинайте, начинайте. Прошу, начинайте. Хорошо. Ансамбль, кончайте. Кончайте, расстраивайте. Я здесь отбиваю концерт. Так, что-то я еще хотел. Да. Жора, Жора, ты на занавесе? Я. Володя, помоги ему. Только без рывков, чтобы все было в порядке. Куда? Ну, тише, тише здесь. Начинаем наш концерт. Занавес. Первым номером нашей программы.
Да, ну вот он еще. Хорошо. Задумайся. Ну, конечно, держи. Первым номером нашей программы выступает струнный ансамбль. Исполнители Сергей Левашов, Анатолий Попов и Василий Пирожов. Прошу. Вы, друзья, налетчики. Что я могу сделать? Полчаса играют люди. А два человека спят. Да вот пусть все спят. Тихо, как это пусть все спят? Гена, сделаем антракт. Правильно, антракт? Давайте сделаем антракт. Тише, ребят. Тише, тише. Что другого выхода нет. Здесь за все отвечаю я. Сколько же можно играть одно и то же? Так где же вы пропадали? Говорил, что пропуска у нее не было. Ну как, посидим? Там все уйдет. Уже полчаса играет одно и то же. Ничего, ничего. Так, Ваня, значит, как говорили, если минут 15-20 дней. Попробуйте, возможно, больше. Все хорошо. Сейчас выпускаем Туркевич. А где же все-таки Любка? Любка там, где надо зайти. Ничего не понимаешь. Что у вас здесь происходит? Придет время, все поймешь. Да вы же меня просто режете. Хорошо, хорошо, я буду гулять. Чешки песни. Хорошо. Следующим номером нашей программы выступает Иван Туркевич. Русские песни. Венди, Шейрочен Холм. Oh!
Хорошо, что будет дальше. Пародия на старинный цыганский романс. Расскажи, да расскажи, бродяга! Где же ваша эта областная эстрада? Пожалуйста. Выступают известные артистки Луганской областной эстрады Любовь Шестова и Испанский Тарик. Thank you.
говорят. Какое счастье. Теперь Лену нашу в Германию ты не отправишь. На берегу Волги окружена двойным кольцом и уничтожается. Наши войска, пиши, с боем овладели городами. Новая Калитва, Кантемировка, Богучар. Ой. Записали? Да. Окружены 22 фашистских дивизии. Ой. Товарищ, ну чего смеешься? Сейчас арестовали Генку Почепцова и Женю Машкова. Сегодня утром, когда я проходил по улице, я видел, как тащили этого самого мальчишку. Какого мальчишку? Того самого, через которого Генка затеял подарки передавать. Я думаю, что мальчишка и выдал. И я говорил, что не нужно было с ним связываться. Гадкий мальчишка. Не знаю, где его. А где Ваня, Лен? Мы его ждем, он сейчас должен прийти. Ваня, Ваня! Дошла.
арестовали Генку Почепцова, Женю и Ваню Земнухова. Товарищи, сейчас арестовали Гену Почепцова, Женю Машкову и Ваню Земнухова. Иначе мы погибнем сами и погубим десятки невинных людей. Немцы нас ищут уже несколько месяцев. И они знают, что мы существуем. И они попали в самый центр организации. Что же делать? Из города. Да, мы должны разойтись. Не все, конечно. Ребят с Первомайки вряд ли затронут этот провал. Они смогут работать. За исключением Ульяны. Уля, ты как член штаба можешь быть в любой момент разоблачена. Мы честно боролись. И мы имеем право разойтись с сознанием выполненного долга. Мы потеряли трех товарищей, среди них лучшего из лучших, Ваню Земнухова. Ну, мы должны разойтись без чувства упадка или уныния, без него. Есть другие мнения? Других мнений нет. Я не вижу необходимости. Уходить не сейчас. Мы первомайцы мало были связаны с клубом. Поэтому я останусь. А тебе обязательно надо уйти. Уля, я останусь. Тебе надо уйти. И обязательно надо уходить. Я буду осторожна. Уля, спасибо тебе за то, что ты была и есть. Я вас провожу. Сережка, ты все понял? Все. Генка может не выдержать. Да, и ты знаешь, неудобно говорить об этом, когда не знаешь. Ведь все-таки мы сейчас здесь на свободе, его, может быть, мучает. Ну, а ты что дальше думаешь делать? Попробуй перейти фронт. Я тоже. Вместе пойдем. Пойдем. Но со мной Нина Иванцева и Оля. Я думаю, Валь тоже пойдет. Зашей вот это. Прекрасная моя. Родная моя, прости меня за все, за все.
Бивайзе фон Почепцов. О, sehr gut. Где ваш сын? Что? Вас спрашивают, где ваш сын? Ушел. Вахин? Куда? Не знаю. Живайся с них. Антворте, во из дайн зон. Где ваш сын? Я говорю правду. Я действительно не знаю, где мой сын. Живайся с них. Но если бы я даже знала, то, конечно, бы не сказала вам этого. Даже под самыми страшными пытками. Неужели вы в этом сомневаетесь? Зверь басок. Сержант Нахман. Размытый. Нет, Сережка, не перейди нам вдвоем. Ты иди. Я останусь, а ты иди. Тебе ведь долго оставаться нельзя. Валя. Валя, ты помнишь, что ты мне сказала тогда у забора, в канун октября, когда мы флаги вешали? Помню. Помнишь, ты говорила, что я, мол, грубый и все? А теперь как? Ты очень изменился с тех пор. Ты совсем другой. И сейчас для меня лучше тебя никого на свете нет. Ты, наверное, сильно устала. Намучилась. А это не важно. Валя. А ты не забывай меня, ладно? Ты поспи. Отдохни. Ночью. Як уходить забрался, все наказывал, чтоб получить тебе беречь. Так він строго наказывал. Дивлюсь я, сапожки у ноги совсем разодрались. Мужніні валенки дала. Ничего, ничего. Теперь уже недолго ждать. То наши стукают. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте работаем.
товарищ полковник. С передовой привели. Линию фронта перешел. Говорит, член подпольной организации. Кто такой? Вот его удостоверение. Тюленин Сергей Гаврилович. Год рождения 1925. Член штаба «Молодая гвардия». Это что за «Молодая гвардия», а? Позвольте, позвольте. «Молодая гвардия»? Есть такая организация. Тюленин, знаю. Это ты? Я. А я вас тоже знаю. А? Вы товарищ Чеботарь, да? Да. Был Чеботарь, а теперь опять Проценко. Кто это подписал? Кашук. Кашук. А где он сам сейчас? Ты как сюда попал? Я прошел через Глубокую. Как? Он остался около Фокина. Место, говорит, там лучше знает. С ним были еще Нина и Оля Иванцова. А со мной была Валя Борт, только я побоялся ее через фронт. Постой, постой. Значит, кто-нибудь из ваших арестован? А как же троих взять? Землюхова, Подщипцова и Машкова. Боюсь, как бы еще кого-нибудь не арестовали. Стало быть, не все ушли? Там много еще осталось. А я же говорил, в случае провала немедленно всем уходить из города. Так он тоже говорил. Ну, так в чем же дело? Так я сейчас тогда пойду и скажу, что вышел приказ немедленно всем уходить из города. Куда же ты пойдешь? Обратно, в Краснодон. Легко ты через фронт ходишь. Слышь, что творится? Феня уже второй день есть нечего. Не найдется что-нибудь у нас. Погляди-ка дома-то кто. А? Ну, чего смотришь? Небось, сильно страшно стало. А что ж у тебя с рукой, Сережа? Воевал маленько. Чего ж ты там-то не остался? Ну, уж так вышло. Видно, придется наших здесь дожидаться. Ничего, недолго осталось. Мама, дайте воды мне. Здесь, что ли? Ну-ка, встань, Сережа. Кто там? Асана Васильевна, откройте. Кто это? Откройте, я на минуточку. Зачем? Что надо? Да чего боитесь? Это я, Лазарь. А я к вам с просьбой на минуточку. У вас не найдется немножечко молочка, а то мать совсем простыла, я хотела подогреть и попоить ее. Какое там молоко? Самим не хватает. А чья шапочка? К вам кто приехал, да? Шапочка? Никто не приехал. Сережа, старая шапка. Ну, извините. До свидания. Да, так, нет. Кто это был, мама? Ходит тут. Все им надо. Встань-ка, Сережа. Погоди. Дай передохнуть маленько. Кого из наших взяли? Не знаешь? Ты спроси, Сережа, кого не взяли. А о Вале Борц ничего не слышала? Нет, о Вале ничего не слышала. Да ее ведь и в городе нет, Сережа. Ну ладно, стягивай дальше. Дверь свет не сжигайте, надо спрятаться. Погоди, Шура, не надо. Не открывай, мам, все равно дверь сломают. Ничего не открываешь?
пока, папаша. Погодите, не открывайте. Это, вероятно, к вам? Да, надо думать, это ко мне. Почему тогда не надо открывать? Мама, там немцы стоят. Какие немцы, дамочка? Солдаты, офицеры. Солдаты с автоматами. Солдаты. Иди, дамочка. Ложись. Хода другого нет, да? Другого хода нет. Ну, что ж теперь будем делать? Надо открывать. Иди, детка, ложись. Дамочка, иди спать. Иди, родная, иди. Die Schauspielerin. Eine nette Pflanze. Ja, ja, das ist sie. Glänzend. Was wollen Sie, Herr Leutnant? Nichts, mein Fräulein. Absolut nichts. Haben Sie keine Angst. Может быть, позвольте мне все-таки одеться? Bitte, schnell, schnell, schnell. Übrigens, Herr Leutnant, wie heißt das Fräulein? Lubov Schewtsova. Lubov Schewtsova. Ja. Da haben wir sie. Erledigt. Geblieben sind noch 1, 2, 3, 4, 5 Mann. Dann los. Zwei Mann! Herr Oberleutnant? Was gefunden? Nichts, Herr Oberleutnant. Bloß Papiere, Briefe und einige Aufnahmen. Mitnehmen? Jawohl, Herr Oberleutnant. Den Flügel dazu? Nein. Geh rum! So! Schlüssel zum Tisch. Bitte, Herr Oberleutnant. Seite, du. Schnell, schnell, die Artiska. Dankeschön. Bitte sehr. Oh, das Fräulein scheint wohlerzogen zu sein. Darf ich Ihnen helfen, mein Fräulein? Verfluchtes Ding. Dankeschön. Na, schnell wieder anziehen. Was soll das bedeuten, Herr Leutnant? Keine Ahnung. Вас интересует, что это такое? Это наступают советские войска. Heraus, du! Das heißt eine planmäßige Absatzbewegung. Infame Bande. Alles ist durcheinander gewürfelt. Wiederum eine Stoppung. Alles wegkommen! Jawohl. Чего уж тут творят, так что вредит? Тихает ваша рыба. Шнайк, духовный! Шнайк! 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 Ай!
да. Ну скажи, сломал мою гармошку. Чего ты теперь без нее буду делать? Я бы им сейчас вот такую полечку отсвистала. Ох, Люба. Сыграют они на твоей спине, побьют охоту в гармошке. Да. Очень-то ты меня знаешь. Ты чё ж думаешь, я им молчать буду, коли меня бить начнут. Я им вот как заору. Чего, дура? Чего орёшь? Пришел? Уйди отсюда, зар! Ой, девочки, поесть бы сейчас. Опять Ваню. Опять Ваню. Замолчи. Замолчи, я тебе говорю, Клава. Люба. Люба, отстучи нашим мальчишкам там от меня. В глубине сибирских руд храните гордое терпенье, не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремление. Счастью, верная сестра, надежда в мрачном подземелье разбудит бодрость и веселье, придет желанная пора. Хорошо. Говорил Ваня Зимуху. Нет, я все-таки так скажу, что нашего народа не сломит никто. Да разве есть другой такой народ на свете, у кого вот душа такая хорошая, который столько вот вынести может? Да, может быть, мы умрем все. А мне вот не страшно. Да мне нисколько не страшно. Мне бы, конечно, не хотелось. Мне бы вот еще рассчитаться вот с ними, с этими. А потом бы песен попеть. А мы сейчас заспеваем. Ну, их всех дьяволов. Дивлюсь я небо. Поднимите ко мне, девочки. Та й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю, чому мені, Боже, ти крилець не дав. Я землю.
Гельбон! Können wir noch lange warten müssen, was? Einen Moment! Kommt gleich, Herr Roberts. Was gesagt? Kein Wort. Kennst du ihn? Не знаешь его? Не знаю. В школе когда-то вместе учились. Больше я его не видела. Mitschüler. Mitschüler. Abführen! Der Gedichtverband. Den nächsten. Kennst du ihn? Кто это? Не знаю. Du kennst ihn nicht. Wir aber kennen ihn. Сергей Туленин. Не знаю. Den nächsten. Kennst du sie? Кто это? Не знаю. Кто это? Не знаю. Bitte. Ульяна Громова. Bitte, Любов Шевцова. Не знаю. Подойди сюда. Näher kommen. Du siehst hier weit jünger aus. Говорят, ты здесь был моложе. Aber doch zu erkennen, meine Herren. Ну, все же можно узнать. Antworte. Wie hast du die Funktionen in der Leitung der Organisation verteilt? Расскажи, как ты распределял обязанности среди организации. Ну, Орел, как ваш шеф? Хольцман! Ну? Я бы мог рассказать о деятельности молодой гвардии, если б я был судим открытым судом. Но без повеса для организации рассказывать это все людям, которые в сущности уже мертвецы. Вверх! Раз, летим! Выходить вперед!
красавцы. Вот где раскрылись. Страшны не вы, страшно то, что вас породило. Я жалею только о том, что не смогу больше бороться в рядах своего народа и всего человечества за справедливый и честный строй жизни. Я шлю мой последний привет всем, кто борется за него. Вставай, Прорекин, Владимира Смухина! Анатолия!